Düşənbədə Prezident İlham Əliyevin Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmonla təkbətək görüşü olub. Уважаемый Михаил Ильич, добро пожаловать в Таджикистан. Взаимоотношения наших народов имеют давние, добрые традиции. Так правда, что сегодня наши межгосударственные отношения развивается по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах. Готов сегодня обсудить с вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы. Еще раз. Добро пожаловать. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Еще раз. Спасибо, уважаемый Эмомали Шарипович. Во-первых, благодарю за приглашение. Очень рад вновь посетить братский и дружеский Таджикистан. Как вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, и в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. И уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий. Еще раз благодарю за гостеприимство. Большое спасибо.